Добрый день, инспектор специализированного взвода, майор полиции Тюнев. Ваши документики, пожалуйста. Так, все в порядке. Надежда Евгеньевна, а это с вами случайно не тот мальчик Кирилл, у которого мечта прокатиться на патрульном автомобиле? Тот самый? Да. Кирилл, здравствуй. Сегодня твоя мечта может осуществиться. Хочешь? Вылезай тогда. Здравствуйте. Ну что, поедем? Вперед. Можно присесть спереди. Кирилл, ты, наверное, знаешь, что дети у нас в машинах ездят в чем? В специальных детских креслах, правильно? Да. Вот присаживайся в него. Присаживайся. Так, ремень безопасности знаешь, что такое? Да. Так, пристегивайся, пожалуйста. Вот академию. Полицейскую академию. Да. А когда вырастешь, кем хочешь стать? ДПС. ДПСом? С детства. Видишь, идет пешеход, его надо пропускать. Ну что, посмотрим, что в фургоне машина перевозит. Так. Вот сейчас мы включили мигалки. Водитель автомашины «Газель» 871. Останавливаемся. Мама, я подъезжаю. Надеюсь, она тебе может. Потому что смотрел кино, это все мне понравилось. Про полицейских, ГАИ. Вот я и решил стать ДПС, ГАИ. Скажи, вот сейчас ты увидел работу сотрудника. Ты не передумал? Нет. Почему? Мне очень понравилась работа сотрудника. Очень интересная. Но это сложно. Ты понимаешь, что бывает разная погода, разные там вещи на дорогах, да? Да, понимаешь? У меня даже есть полицейская песня любимая. Какая? На постах стоим в любую погоду, там только я все давно не слушал. Буду на Тойоте или на какой еще машине гонять за ними. Если они очень быстрые, то я хорошо. Они будут разворачиваться, я хорошо делаю на велосипеде дрифте. И когда подрасту, буду уже учиться полицейские развороты делать.